вчера переснимала свое новое видео. Значит, я пришла в магазин Ревы и сейчас закупаюсь. Вот моя тележка. Тут находятся фрукты, арбузы, апельсины, там еще дынька и бананы. Еще я хотела вам показать вот такой вот интересный мини-бар, или как это назвать? Мини-столовка, можно сказать. Значит, тут есть фруктовые нарезки. А, хочу уточнить, можно это все брать, получается, каждые 100 грамм стоит евро и 11 центов. Значит, в ассортименте в этом наборе можно выбирать котлетки, пюрешка с какими-то кольцами лука и зеленью, фруктовые нарезки из ананаса, грейпфрута, киви и апельсина. Тут еще с клубники, яблока, винограда и, как это у нас называется, черные ягодки, неважно, черника. Дальше еще есть тут яйцо. Что это у нас там еще? Какие-то тоже фруктовые салаты. Также есть тут вот колбасные изделия. Обычные салаты из помидора, огурца и зелени, и лука. И есть вермишелька. Есть бонен салат какой-то, видимо, спаржа или что, вареное просто. Есть вон там мясо с кукурузой и редиской, и перцем, помидорами. Напоминаю, все в одну цену, просто за каждые 100 грамм евро 11 платят. Еще есть просто вермишелька, вареная брокколи с колбасой и кукурузой, просто колбаса. Значит, это что-то похожее на какие-то типа, не вареники и не пельмени, но что-то типа того. С помидорами и морковкой и перцем. А, это просто перец. Дальше, вареная кукуруза маленькая очень. Если я правильно поняла. Да-да. Значит, просто... А, это у нас спаржа. Значит, просто салат из помидоров. Колбаса с зеленым огурцом. Да. И, то есть уже... в каком-то соусе. Еще что это у нас такое? Фенхель, апельсины и салат просто. А, фенхель и апельсины с помидорами. Вот такой салат. Дальше вот что это? Колбаса, какой-то сыр и зелень с перцем. Это яйца с колбасой в каком-то соусе. Это помидоры с колбасой копченой какой-то с зеленью. И вот это какие-то листья завернутые, непонятно что. В общем, это виноградные листья, и в них что-то завернуто. Также можно себе брать и доливать рапс-олия из рапса. Еще вот какая-то олия. И еще можно брать ароматичные. Какие-то, в общем... значит, для сладких, видимо, для фруктовых нарезок вот такие вот тоже. В общем, масло из рапса, уксусы и так далее. Значит, тут такие уже есть вилочка, вот нож пластмассовый и сетка. И вот тут есть вот такие вот чаши, мне кажется, они одинаковые. Вообще их можно накладывать и вот тут вот все взвешивать, чтобы понимать, насколько ты взял и сколько денег примерно это будет стоить. Вот можно взять дополнительные салфетки. Также продаются булочки. Уже вот написано, например, это стоит 98 центов. Еще в Германии очень популярен салат из макарон, из вермишели. Можно туда добавить ананас, соус, кукуруза, как тут вот есть, колбаса, перец, какие-то вот соусы. И это очень популярный салат, видимо, это очень вкусно. Можете тоже попробовать такое дома сделать. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.
жмите на колокольчик, не забывайте. И вы также можете поддержать мой канал, ссылочки все внизу. Значит, всех люблю, спасибо за ваш просмотр. Пока! Био-картошка. У нас в Украине, мне кажется, есть только перший готунок, другой готунок. Также тут всю зиму продают арбузы из дыни. И просто вообще... Вот они, наши арбузы. Это мини-арбузы именно в этом магазине. В других магазинах есть еще нормальные арбузы. Также тут есть вот такая дынька. Вот она вот такая зеленая, она очень вкусная, мне нравится. Футуро мелон. Мелон — это дыня. Так, также есть вот такая коник мелон. И третий сорт дыни — это вот такая вот, в общем, в такую клеточку, лоточку, не знаю. Мне больше всего нравится этот вот зеленый. Самые вкусные. Смотрите, какое изобилие арбуза. И это уже плюс половину где-то разобрали люди. Пока. Видели это? Это клубника. Самая настоящая клубника. Красненькая клубничка. Как пахнет. Стоит 2,79. Так, еще вообще-то тут есть малина и черника. А еще золотой киви. А еще еда для веганов. Ну, про это можно уже снять отдельное видео, я думаю. Пророщенные зерна. Ставьте лайк.